Лермонтовский переулок, рядом с метро Третьяковская. Здесь вот уже полгода процветает попрошайничество в духе «подайте на Донбасс, Новороссию и на войну». Но 7 апреля лимоновскому волонтеру, привыкшему конвертировать патриотизм в лимонки и прочую взрывоопасную гуманитарщину, не посчастливилось. Недовольные москвичи устроили ему допрос с пристрастием. Вы забираете деньги, чтобы уничтожить все и оставить только Россию? Но ваш лозунг именно говорит об этом. Россия становится это как семья. Это неправильно. Вы деньги, весь мир – это все. Деньги, мы все единое целое. Зачем? Вы получите зарплату и поделитесь со мной, вы так сделаете? Ничем. Одна семья от другой не отличается. Так вы все едино, несете? Понимаете? Вы деньги куда несете? Я никуда не несу деньги. Деньги – это не моя цель вообще. Вы что, живете без денег? Не сказать, что целью ставлю деньги. Ну что вы делаете? Во имя чего? Ради чего? А вы говорите... ради денег? Вы живете ради денег? Вот, смотрите. Вы живете, чтобы только Россия жила во всем мире и все? Девушка, по-моему, вы тролли, знаете, как называется в интернете? Нет. Вы задаете вопросы, которые вам интересны, и не слышите ответы. Вы даже не поняли моего примера насчет семьи. Ваш ответ – это сзади ваш, вас. Вот все видно, сразу видно все, всю вашу позицию. Как может война чему-то способствовать? Вы стоите в центре Москвы вот с такой эмблемой. Для чего? Ради чего? Зачем? Для чего? Куда вы ведете народ? Какой народ вы ведете? Быдло кого? Быдло? Кто? Да, просто кого? А вы что, считаете, что у нас в стране живет быдло? Если ты можешь идти с гранатой за спиной, да, я считаю, это мое мнение. С гранатой за спиной ходит только быдло. Ну, люди, которые не понимают, что такое мир, что такое жизнь, ради чего стоит жить, понимаете? Вы понимаете, что такое мир? Вы знаете, сколько проблем в нашей стране? Во всем мире сколько проблем? Вы видели тела женщин? Слушайте, тут вообще-то мой пикет. В центре Москвы? Это уже в первую очередь позор вообще нашей Родины. Вы собираете больше полугода. Вам не стыдно? Нет. Ну и сколько вы заработали? Россия, все остальное ничто. Отличный вопрос, между прочим. Сколько я заработал? Знаете, нисколько. А на что жить? Спросил девушку, на что ты живешь, если не зарабатываешь? Вот я спросил у девушки, что она ответила. Она ответила, я вообще не живу деньгами. Деньги – это только средство для существования, а не цель. Взорвать весь мир. И оставить Россию. Да. Давайте по очереди говорите. У вас эмблема? Ваша, видите? Нет, не подсолнух, не хлеб, а это, лимонка. Вы собираете деньги. Взрыва. Значит, вы что, взрываете Россию? Лимонка, это имеется в виду социальный символ. Мы взрываем не Россию, мы взрываем мир. Знаете что, взрывайте я вам мир. Советую. Знаете почему? Давайте-ка я скажу. Раз вы же у меня тут начали брать интервью, так я отвечу. Потому что мир прогнил. Мир погряз вообще в пороках, в дерьме. Вот. И, кстати, по Киеву это отлично видно. Это видно по США, которое вы так любите. А где вы были, кроме как вот здесь, вот на этой... Вот вы стоите здесь метр на метр. Где вы были, кроме как здесь, метр на метр? Где вы были? Вы были за границей хоть раз в жизни? Мир справедливости и добра. О, Боже! Что он несет? А для этого нужно разрушить мир насилия. У вас секта, у Лимонова секта. Побольше. Вам разрушить хочется. Молодой человек, вы зомбированный. Вы живете пропагандистскими штампами. А вы откройте Донецк в Ютубе и посмотрите на тела женщин и детей, разорванных на асфальте. Обалдеть. И поэтому под миром насилия я понимаю конкретные вещи. А Ирак растерзанный, Ливия, Сирия и т.д. Там идет кровавая бойня, которую устроила США. Ты серьезно говоришь? Вы реально там адекватный человек? Где вы учились? Как вас зовут? Где вы были, кроме как вот здесь, метр на метр? Все это вас волноваться не должно. Вы не должны об этом волноваться. Вы понимаете, вы среди здоровых людей находитесь. В центре Москвы. Боже мой, как это возможно? Я никогда не считал, что человек, который выступает за чужую родину против другой, здоровый человек. Я считаю, что вы не здоровые люди, вы больны. И опасны. Я вас сфотографирую. Это стоит того, можно с вами сфотографировать. Девушка, ты молодец.
Понятно, что подобный палаточный промысел возможен только при поддержке политического руководства страны. Но на сей раз полицейские были вынуждены попросить патриота с лимонкой за спиной свернуть гуманитарный бизнес. Кстати, идейный вдохновитель сбора средств на войнушку господин Лимонов с некоторых пор ездит вовсе не на «Волге», а на иномарке представительского класса с собственным водителем. Гуманитарка многолика. Для одних это смерть в окопе, непонятно за что, а для других – езда с ветерком. Саша Сотник, Роман Переверзев. Сотник ТВ.